Почти 80 лет назад на острове Мауи в Тихом океане дождь шел почти целый год, а именно 331 день. Кстати, ежегодно с неба падает больше 500 триллионов тонн воды. К счастью, не за раз. Здравствуйте! О погоде на воскресенье 23 апреля расскажу вам я, Илья Муромец. Как сообщает гидрометеоцентр, на севере станет пасмурно. По-прежнему возможен мокрый снег. Днем ровно 0 градусов. Ночью потепление до минус 11. Порывы ветра до 10 метров в секунду. А вот на юге значительное потепление. Днем все еще облачно. Температура воздуха поднимется до плюс 11. Ночью без изменений минус 8. Порывы ветра до 7 метров в секунду. В Улан-Удэ малооблачно с потеплением. Днем плюс 9, ночью минус 8. Скорость порыва ветра увеличится до 10 метров в секунду. С вами был Илья Муромец. Всем до новых встреч. Пока. На Улан-Удэнске ЛВРЗ требуется слесарь по ремонту подвижного состава, электросварщик, токарь, маляр, повар, водитель автомобиля С, Д и Е категорий. Опыт работы не требуется, обучим каждого. Компенсация авиа и железнодорожного проездов, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, отдых детей в детских лагерях. Адрес: проходная ЛВРЗ, улица Лимонова, 2Б.